Привет, друзья! Вы на канале «Садовая терапия». И с вами я, Ирина. Мы в горшечном садике. Горшечный садик потихонечку оживает. Те растения, которые я спасала от жары, вот они сейчас потихоньку восстанавливаются. К осени покажут немножечко нам красоты. Клематис президент, вот видите, весь усыпанный в бутонах. Потихоньку розы восстанавливаются. Прошлась, немножечко убрала отцветшие цветочки. Сейчас пока только убираю, вот видите, вот, например, цветочек отцветший. Вот пока только убираю вот самую-самую вот краешек макушечку, вот. Все, больше пока ничего. Здесь что-то пытается зацвести. К нам, между прочим, вернулась жара. Опять под 40. Ну, что поделать. Вот такой сезон в этом году. Ну, прекрасно себя чувствует ашрам. Ашрам цветет. Что-то отцветает, что-то заново зацветает. Вообще, умничка роза. Отлично она подходит для нашего южного климата. Здесь точно так же я вот уже много убрала отцветших, а какие-то вот еще собираются, какие-то отцветают. Это роза Натали Фрайла, хорошо себя чувствует на юге. Точно так же Синко де Майо хорошо себя чувствует на юге. Мияби тоже, ну, неплохо. На четверочку, скажем так. И вот у меня вон там зацвела моя малышка. Здесь Хани Дижон. Кстати, тоже для юга довольно-таки неплохая роза. Хани Дижон. Цвет очень красивый у нее. Здесь Квиксильвер. Маленькая розочка. Ну вот, видите. Все-таки жара не жара, но... Третья волна. Второй волны не было. В первую волну немножечко зацвела. И вот третья. Вторая была смазанная. Розы бедненькие горели. Еле-еле. Вот я тут их спасала. Вот кока-лока тоже неплохо держится. Правда, уже вот быстро-быстро отцветает. Но тем не менее. Кока-лока. Здесь... Розочка Lady of Charlotte со своими вот такими красивыми цветом и помпончиками. Очень красивая роза. Я очень ее люблю. Хочу высадить в открытый грунт, но пока не нашла ей подходящего места. Но она в 80-литровом большом кашпо. Ну так, в общем, одна, конечно, одна она здесь. Неплохо себя чувствует. Здесь Kinda Blue. Что-то пытается тоже, вот видите, бутончики. Ну вот, неплохо она наросла. Тоже молодая розочка. Dreamlight. Это японка. Тоже неплохо она наросла, молоденькая. Так. Ну, Бьенвеню, тоже розочка хорошо наросла. Третий сезон розе горела, бедненькая. Ну, вроде бы потихоньку тоже восстанавливается. Побеги эти я все постараюсь сохранить. Она в грунте у меня, не в кашпо. Постараюсь, конечно, сохранить, чтобы увидеть красивое цветение на будущий сезон. Ну, пока вот так. Ну, по крайней мере, не такое удручающее положение, как было. В сильную жару розы вообще горели. Я думала, какие-то просто потеряю. Карамель Антик. Очень люблю этот сорт. Очень красивая роза. Она у меня рядом с Love Song. Красиво они смотрятся. Love Song здесь несколько саженцев тоже. В общем, пока на данный момент, сегодня 27 у нас
августа 24 года. И, конечно, мы на юге. Юг, Ростовская область, пригород Ростова-на-Дону. В горшечном садике сегодня такая вот картина. Ну, радует, что что-то, какие-то розы начали восстанавливаться, которые очень-очень сильно были повреждены от жгучего солнца. Думала, потеряю, но проливала. И вот восстановила. Сегодня розы тоже буду проливать просто водой. Отпаивать. Обещали дождь, но что-то, по-моему, он и не предвидится. Обожаю клематис президент. Гуэрнси даже начала тут что-то показывать. Ну, в общем, вот так, друзья. На сегодня такая картинка. Горшечный садик. С любовью к вам, садовая терапия. Заходите в мою группу в Телеграм, в группу ВКонтакте. Садовая терапия с Ириной. Яндекс.Дзен тоже помещаю туда видео. Что-то, что получается, на Ютуб выставляю. Ну вот. Так, друзья. Все, пока-пока.